Всем привет! Всем привет, мяу! Сегодня с Алисой мы пришли в Парк Победы. И Звездочка. И с нами маленькая Звездочка, наша кисонька маленькая фиолетовая. Мы пойдем гулять на аттракциончике, да? Да. Если работают фонтаны, то мы сходим на фонтан, да? В общем, мы будем весело проводить время. Да! По парку Алиса обычно передвигается на самокате. Алиса захотела покататься на веломобиле. Вот она какая, она с девочка в очках. Поехали? А теперь мы едем все вместе. Хотелось. Мы идем по аллее. Игрушку Rainbow Dash. Ты сегодня Rainbow Dash? Да. Радуга Dash. Вот она, ты радуга наша, да? Да. Ну что, идем выбирать игрушечку? Да. Ой, сколько тут игрушек для деток. Ну, выбирай, Алиса, что ты хочешь купить. Что тебе нравится? Какая красавица. Да. А где тетя здесь? Давай тетю позовем. Ой, да? Вот Фрозен. Кого тут только нет. И Фрозен девочки две. Да? Да. Да, вот эту Фрозен. Смотри, Лиса, щенячий патруль. Да, вот эту Фрозен. Это же Эльза или Анна? Анна. Да, какую возьмешь? Эльзу? Да. Такую, да, красавицу? Да. А это была, оказывается, Анна. Так, а шарик какой выберем? Пинки Пай, да? Да, это я уже буду. А может на веревочке? Давай. Вот, смотри, вот они на веревочке, Алиса. Тут и Машенька. Еще есть? А какие у вас еще есть? Смотри, как у тети много всяких шариков. Нам нужно холодное сердце. О, поняшки. Нравится? Холодное, ладно, холодное. Я люблю холодное. Ну что, Алисонька, показывай, что же ты купила сегодня в парке? Что это такое? Он еще крутится. Это такой, это волшебная палочка Эльзы. Нет, она поет. Как микрофон? Да, я покажу саму Эльзу. Смотрите, какая интересная штучка, игрушка для детей. Это Эльза. Она, правда, не очень похожа на Эльзу, немножечко такая полненькая Эльза, да? Я достала. А еще Алиса купила вот такой шарик с Анной и с Эльзой. Они друзья? Они сестренки. А это кто у тебя? Кукла. И куклу Эльзу. Какая из этих покупок вам понравилась больше всего? Мне больше всего понравилась вот эта покупка. Мне кажется, классная штучка. Нет, мне понравились вот эти покупки. Тебе все понравились? Да. А ты всем будешь играть? Да. Лерико! Это лодочка лебедь. Здесь есть еще дракон и динозаврик. Алиса выбрала лебедя. Алиса с папой паркуются назад, никак не могут припарковаться. Тут уже пищит сигнал, что ваше время закончилось.
А мы не будем парковаться. Вот так. Ну как, доченька, понравилось? А теперь лошадки. Ты решила сегодня в чашечке прокатиться, да? Вместо лошадок. На лошадках уже накаталась. Да. Ну все, держись крепко, хорошо? Я и держу. Не вставай. Погаси. Все, мне ручкой будешь махать? Спасибо. Давай, так, хорошо. Понравилось тебе? Да. Этот аттракцион называется «Цепи». Это Алиса с Полиной катаются на цепях. Полина – это девочка, которую Алиса узнала. Она смотрит ее видео. Вот они катаются. Сейчас поедем на гонках бешеной машинки. Алиса. Нравится, конечно. Классно? Да. Твоя любимая, да, машинки? Да. Любимый аттракцион. И Полине нравится. Девочки захотели прокатиться вот на таком аттракционе. Это машинки катаются вокруг заправочной станции. Они сели в одну машинку. Девчонки любуются на фонтан. Красивые? Да. Это моя подружка Анна. Это твоя подружка Полина. Анна. Если она Анна, то ты тогда Эльза. Холодное сердце, да? Да. Все, подушки есть? Да. Девчонки захотели прокатиться на вертолетиках. Полина, выбирай вертолетик. В каком полетишь? В зелененьком, да? Алиса в красном тогда. Алиса, ты в красный садишься. Давай. Сейчас посадят Полину. Алиса, сама сможешь залезть? А может, тетю подождешь? Давай, тетю подожди, она тебе поможет. А здесь не надо застегивать вход у них. Ну что, Лисюня, готова? Да. Полетели? Да. Алиса сразу взлетает. Нажала на кнопочку, сразу полетела вверх. Полина отрывается от земли потихонечку. Молодец! Алисе нравится летать высоко-высоко. А Полине чуть-чуть пониже. Девочки приземлились. Ну и, конечно же, поездка на паровозике. А вот и фонтанчики. Алиса купает Эльзу.
Ой, Лиса, она вся мокрая уже, да? Да. Облилась? Ничего страшного, на улице жарко, можно и облиться водичкой. И свое платьишко. И все платьишко мокрое. Всем пока-пока. Мы идем домой. Танцуля. Ой, танцуля, танцуля. Пойдемте. Ну все, кто-то сейчас уснет. Да, до дома не дойти. Мы включили нашу палочку волшебную дома. Моя мама, и какая ты? Я тоже вся свечусь. Класс, здорово, да? Да, и все новые. Обалденно.